реалисты должны понимать, кризисы приходят и уходят. И этот вот нынешний трудный экономический период, он не первый и не последний. Значит, нам нужно иметь оружие, которым мы пользуемся при возникновении сложности в экономике. Наши люди уже, они все-таки, что называется, ученые. За последние годы они способны отличить правду от популистских выступлений, от просто болтовни. Поэтому мы должны предлагать только то, что мы можем выполнить. Но стремиться к тому, чтобы выполнить как можно больше.